Всем привет, с вами Олег. Надеюсь, вы узнаете. Это Honda GL 1200 Bagger. Если помните, этот мотоцикл я переделывал зимой. Те, кто не видел его, предлагаю перейти по ссылочке. Там вы увидите около 8 серий, где я полностью показал процесс, как я превратил стандартную голду третьего поколения в Bagger. Моя последняя серия по постройке этого мотоцикла была зимой. Тогда у нас была очень снежная зима, морозная. И, конечно же, проехаться на нем не было никакой возможности. И тогда я пообещал, что как только придет сезон, я сделаю это и посмотрю его в действии. Наконец-то все совпало, и я решил выбраться и именно на этом мотоцикле. Я планирую поездку выходного дня с ночевочкой на природе. Вот даже прихватил с собой спальник. Проеду по окрестностям, заеду в живописные места, где будет вода, костер, гитара. Ну, также постараюсь заехать в какие-то архитектурные достопримечательности и проверить, как он будет ощущать себя в разных стихиях, в разных ипостасях, как говорил Довлатов. Ну что, все сказал. Надеюсь, будет интересно. Не переключайтесь. Поехали. Ну вот, вроде упаковался. Вот так выглядит багажный отсек. Кстати, кофры оказались довольно-таки удобные. Ну, правда, из-за того, что узкие, они как-то менее вместительные. Сзади здесь вот только фотопринадлежности в основном. Ну, я там набор ключей на низ, на самый. Так как они заужены снизу, вот это пространство, оно практически там ничем не используется. Ну, здесь одежки. Пару мелочей, здесь вот спальник. Ну, вот здесь отличная ниша для мелочевки. Здесь вот для быстрого доставания бардачок. Ну, а здесь уже на длительное хранение. Я по традиции остановился в 25 километрах пути, ну, проверить, ничего ли не потекло, ничего ли не открутилось, так как собиралось еще зимой, и на больших скоростях я на нем еще не ездил. Так что смотрим. Вроде бы все в порядке. Сразу первые ощущения расскажу. Конечно, если бы я не пересел с голды предыдущего поколения на этот мотоцикл, конечно, вначале некоторая растерянность, перед тобой масса всяких огоньков, кнопок и так далее. И, конечно, возникает определенная растерянность, куда что жать. Ну, так как мне уже привычно, то интуитивно я все угадывал. Очень четкие, резкие отклики на любое движение, как на газ, так на тормоз. Не знаю, с чем это связано, не любит он, когда... Ты едешь, допустим, на малой скорости и на высокой передаче. Допустим, едешь 40, а у тебя четвертая. А, и он начинает немножко так подрагивать. Ну, и видно, что ему тяжеловато, и он недоволен. Ну, это надо привыкать просто и подстраиваться под его манеру характера. Ну, а так все в порядке, все очень комфортно. Ветровичок, хоть и короткий, отводит 100% весь воздух. Ногам... Жарко, потому что здесь такое отвес, что ноги, кроме стоп, вообще не обдуваются. Ну все, вот это первое впечатление. Я продолжаю. Впереди дворец один, мы в него заедем, поснимаем немножко и двинемся дальше. Смотрите, какой тут еще с советского времени сделана такая арочка при въезде в саму деревню. И там такая надпись. Дело Ленина живет и побеждает. We'll be right back.
это дворец Булгаков в деревне Жилищи. Не перестаю сюда приезжать регулярно. Он сейчас реставрируется, восстанавливается уже лет 10. И периодически открываются какие-то новые части, которые можно увидеть уже обновленными. Тайком заглянул в костельную часть дворца. Вот, в общем-то, основная часть дворца украшена подобной лепниной, но разными цветами. Очень со вкусом все сделано, стильно. Видно, что работал классный архитектор и дизайнер тогда. В общем-то, выполнено оно все в классическом стиле. Булгак был маршалком города Бобруйска. Не знаю, что это значит, возможно. Ну, в общем, высокопоставленное лицо. И участвовал в Наполеоновской войне, дошел до самого Парижа. Вынес оттуда, видимо, все красоты архитектуры и решил себе построить вот такой дворец в классическом стиле. Также он еще был сахарный магнат. Здесь находятся остатки его производств, его заводов. Я уже не в первый раз приезжаю сюда на мотоцикле. Мотоциклы меняются, а дворец остается. Наконец-то сняли заборчик. Здесь в тот раз был забор, и невозможно было ощутить полностью атмосферу вот этого внутреннего двора. Ну, ты чувствуешь себя как где-то на площади на какой-то, на такой европейской парадной площади. И атмосфера вот именно такая. Здорово, здорово, красиво. В идеале сюда сейчас мотоцикл загнать и попробовать заснять. Но меня тут, конечно, попрут, скорее всего. Водонапорная башня с роскошной кирпичной кладкой. Любили в то время делать эти водонапорки, что они выглядели как часть какого-то замка, дворца. Красота. Я покидаю Жилищи и направляюсь еще в одно место, где я, в принципе, когда-то был, но хотелось бы освежить те воспоминания. Там водохранилище и есть дамба, гидроэлектростанция. Так что я сейчас попробую доехать туда и посмотрим, что же там интересного. Мотоцикл в целом все отлично. Больше похож на надежного, доброго, сильного друга. Thank you.
Итак, друзья, традиционный пит-стоп у пожарного мотоцикла. Это уже становится традицией. Здесь в Кировске пожарная часть и выставлен вот такой уже, видимо, списанный Днепр 11. Конструкция по тушению пожара. На дамбу проеду сегодня? Mm-hmm. На дамбу проеду. Mm-hmm. А пляж уже? Пляж там можно. Вот там будет дорога, туда направо, и там будет пилоскоп. Ну и малыш тут в сельских пейзажах притулился. Необычная, конечно, архитектура. А рыбы-то сколько? Прям кишит мальками этими. Откуда они тут берутся? Специально их разводят или у них сейчас сезон? Итак, друзья, ехал в одно место, а внезапно попал совсем в другое. Запрошаем на Сенофест. Тут на пляже устроили какой-то фест сена. Добрый день! Вообще случайно попало. Что здесь происходит? Ну, вы хотите нас всех вот да, в камеру запечатлить? Ну, очень добрый. Так что тут праздник, я смотрю, да? Мне сено заскочили. Хотя роса давно ушла, сено заскочили, получается, уходит там все костры. Потом будет нас все награждать. Молодцы. Кого Ордена Сутулова, кого Богдана Похмельницкого. У вас, наверное, Похмельницкого будет, нет? Не, я знаю, что я не похмеляюсь. Я не тот, который пьет, который похмеляет. Нам это не грозит. Я думаю, заеду сюда, давно когда-то был. А тут такой праздник большой. Не, ну как бы сказать. Вот тут друг праздник. Ну, хорошо, удачи. Все, пойду еще гляну там, поеду. Все, ну, удачи. Не будь папарацци. Снимай. Thank you.
вопрос и меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, это все, это все. Переночевав здесь, пробыв больше суток в гостях, я открыл удивительную вещь, что здесь происходит какая-то своя микрожизнь, где есть все, что есть в большой взрослой жизни. И при этом люди здесь довольно-таки счастливо проводят время. Конечно же, наша Голда не совсем предназначена для дорог без асфальта. А тем более, если на этих дорогах еще мелкий речной глубокий песок. Мне пришлось проехать несколько километров вот по такой дороге, и это, конечно же, было большим испытанием, потому что ни в коем случае нельзя было ее уронить, ни в коем случае нельзя было ее приложить, иначе все мои труды были бы пошли на смарку, и пришлось переделывать много работы. Но, тем не менее, я понял, что это такое, ехать по песчаным дорогам на бэггере. Удовольствие малоприятное, по крайней мере, когда нету опыта в подобной езде. Я тут подумал, для тех, кто не совсем знаком с этой моделью мотоциклов, и тех, кто не видел сравнительный обзор двух Honda GL 1100 и 1200, я думаю, что уместно будет рассказать про элементарные какие-то базовые вещи, ну и немножко про кастом, о том, что я с ним сделал. Goldwing 87 года выпуска. Мотоцикл сейчас не в стоковом состоянии находится. Здесь была проведена определенная работа по кастомизации. Переделана полностью задняя часть. Здесь установлены бэггерные кофры, бэггерное заднее крыло. Все это делает наш силуэт более динамичным. При этом не уходит основная концепция Голды, то есть вместительного, большого, комфортного мотоцикла. Но стиль при этом становится более современный, более молодежный, более поджарый, мускулистый, что и являлось целью при переделке. На мотоцикл наложена такая стилистика, концептуальная тематика Скандинавии. Здесь использовано несколько символов, несколько атрибутов скандинавской культуры, например, таких как век-визир, магический компас, также руны, потом на кофрах есть вязь, это орнамент, присущий скандинавским народам, ну и в задней части, на заднем крыле, молот Торра. Здесь оппозитный четырехцилиндровый мотор объемом 1200 кубических сантиметров и мощностью 96 лошадиных сил. Так, в общем, если взглянуть на этот двигатель сверху, то он напоминает чем-то молот. Ну, это и стало отправной точкой для того, чтобы назвать его Тором и наложить вот эту скандинавскую символику на этот мотоцикл. Также задние части были сделаны насадки на глушители, для того, чтобы вот эти самцы у нас были видны. Они делают заднюю часть законченной. Само крыло у меня интегрировано, в общем-то, сделано как одно целое. Вот эти вот светодиодные ленты, которые у нас служат задними стопами, поворотами и габаритами одновременно. В передней части еще была убрана вот здесь вот хромированная эта накладка. Она стала черной для того, чтобы не разрушать цельность нашей передней части. Лампа заменена на ксеноновую. Ну, а здесь у нас стоят ходовые огни. Они имеют две функции ходовых огней и поворотники. В общем, два в одном. Напомню, что мотоцикл 1987 года. Но обратите внимание на приборную панель. Она вся электронная, за исключением, пожалуй, одометра.
и, в принципе, очень читабельная. Но по графике, конечно же, чувствуется, что выполнена еще по той старой 30-летней технологии. На этом мотоцикле было изменено также и сиденье. Оно стало гораздо ниже, гораздо тверже. Но здесь было главное соблюсти форму, соблюсти пропорции. И, в принципе, я в них его и вписывал. Это была главной задачей. Тем не менее, я вот сейчас проехал около 150 километров, и никаких трудностей оно мне не принесло. Здесь сохранилась золотая середина между комфортом и дизайном, что, конечно же, очень радует. Ну, вот такая посадочка. Руки тянуть никуда не надо, просто положил. Ноги, возможно, чуть выше, чем хотелось бы. Ну, а по длине, с моим ростом 185, все отлично сидится. Регулировать я могу руль немножко ближе, дальше. Ну, и это уже окончательно установит самое максимально удобное для меня положение при посадке. Кстати, надо сказать о ветровом стекле. Несмотря на то, что оно стало гораздо ниже, наверное, чуть ли не в два раза стало короче, но когда едешь в шлеме, то тело у тебя совсем не чувствует обдува ветра. Ну а шлем где-то верхняя часть, то есть оптимальная высота, можно открывать визор и при этом ехать. Не знаю, получилось это, конечно, не специально, случайно, но тем не менее здорово. Подвески я сейчас накачал в среднее положение. Напомню, что здесь пневмоподвеска. И, в общем-то, не было такой ситуации, где бы она пробилась или что-то с ней произошло. Ямы она глотает прекрасно, равнодушно к каким-то мелким неровностям, их проглатывает и не отдает на райдера ничего. Ну, здесь установлены также неродные зеркала. Они, в принципе, среднего размера, прекрасная читаемость. Напомню, что раньше зеркала вот стояли вот в этой части, они были такого автомобильного типа, такие огромные уши. По расходу я залил 15 литров и проехал 130 километров, и где-то было использовано чуть где-то 55%. Сейчас примерно расход около 7 литров в смешанном цикле. Ну, вот такой короткий обзор этого мотоцикла. Я думаю, не стоит глубоко вдаваться в подробности и технические данные его. Вы и так все прекрасно знаете эту модель. Я думаю, что самое время продолжить мое путешествие. Друзья, разогнался я около 120 и вдруг на ноге ощутил какое-то прикосновение. Взглянул на стопу, и у меня на стопе зависло что-то пластмассовое. Я сразу не понял, но понял, что надо приостановиться, иначе что-то теряю. И вот, смотрите, у меня свалилась наша панелька, которая обрамляет наши кнопочки компрессора. Слава Богу, что все цело, никуда не пропало и не повредилось. Ставим на место. Ну вот для этого и нужна обкатка, чтобы видеть какие-то слабые места, чтобы их выявить и устранить. Хорошо, что все в норме. Все визуально целенько. Чего оно выпало, не понимаю. Возможно, на герметик надо еще для страховочки посадить. Все стало нормально. Что ему вздумалось вывалиться, не знаю. Все, поехали дальше.